Кино о Кривцово и одной из орловско-болховских наступательных операций готовят поисковики из объединения «Костер», их знакомые деконструкторы и телевизионщики. Кино по замыслу должно стать документалкой, рассказывающей о боях февраля-марта 42-го года, о тех еще событиях, что предшествовали подвигу 27 кривцовских панфиловцев. Про них фильм «Реконструкция» был снят 3 года назад при участии нашего телеканала. Напомним, та короткометражка была посвящена малоизвестному бою. Наши ПТРовцы, то есть вооруженные противотанковыми ружьями бойцы, фактически повторили подмосковный подвиг всем известных панфиловцев. 31 марта 42 года они прикрывали отход наших сил на рубежи за Окой. Но этому отступлению советских войск предшествовали попытки выдавить врага с кривцовских высот. Напомним, после декабрьского успешного контрнаступления под Москвой советское руководство решило гнать фашистов по всему фронту. Это закончилось огромными потерями, в том числе в ходе Орловско-Болховской наступательной операции, которая ставила целью ликвидацию орловской группировки противника и освобождение самого Орла. Увы, под Болховом немцы зарылись в землю, используя труд оккупированного населения и пленных. Система обороны была эшелонированной. Немцы, в том числе, насыпали снежные валы. Как тогда писал Рокоссовский, парадокс. Сильнейший оборонялся, а более слабый наступал, причем по пояс в снегу. Подробности тех событий в ожидаемом скоро фильме.